Всем привет, и вы на канале Софья Стар, и сегодня я хочу поделиться с вами одним из рецептов приготовления кексов в микроволновке. Так что давайте не будем медлить и сразу же приступим к видео. Приятного просмотра! И для начала надо подготовить все необходимые нам ингредиенты, такие как 4 столовые ложки муки, 3 столовые ложки молока, 4 столовые ложки сахара, 25 грамм сливочного масла, 4 столовые ложки какао и 1 яйцо. А далее нужно в глубокой миске соединить муку, какао и яйцо. А также нужно добавить молоко и масло. И далее всю полученную массу надо перемешать до однородного состояния. Потом следует разлить тесто по силиконовым формочкам, заполняя их примерно на 2/3. Поставьте формочки в микроволновую печь и готовьте 3 минуты на режиме выпечка. А после того, как наши кексы приготовятся, можно их украсть сахарной пудрой, посыпкой и шоколадной пастой по желанию. А вот и все, вот такие нежные шоколадные кексы у нас получились. Если тебе понравился рецепт, то поставь лайк данному видеоролику и подписывайся на мой канал. С вами была я, Софья, до новых встреч, пока-пока!